Колец, Ты там да. нервничаешь. Почти как в Гере, 25-ки баф. Надо в кого дать-то? Ну да, наверное, некромантику. Равис Савеш, да? Блин, не успел. Я умею синтру ставить. Или не умею. Не, нормально все. Нормально, все. Так, сейчас. У меня уже рука затекла. Не-не, все затекло. Тут же сейчас освобожден, капает. Мне холодно, пиздец. Так, прожимаю не этот ластенд. Захильте. Сейчас войды заставлю попотеть на nice. Стаку 20. Ого, никто не сдох. Это победа, ребят. Так, найс. Влево-вправо раскидись. Далеко не расходись только. Все отлично, нормально, нормально. Так, далеко справа, а далеко слева. До 20 до полтинника пробейте, и все, и не бейте их. Там же. Все, правый стоп. Правый стоп. Правый стоп. Лево подбейте маленько. Дот, лево подбейте, вы влево вообще не бьете, парни. Левую, все. Левый стоп, левый стоп. Левый стоп, сказал. Я сейчас умру. Да не только ты. Все, понял. На правую перебежали. Все, блин. Вы любите, да, поиграть с огнем? Так, вы любите эксперименты. Я люблю все. Я тоже. Рокси, стал вопрос. Сейчас 5 секунд. Войд, когда последняя глыба падает, как танку... Танк же не сдыхает, получается, от этой глыбы? Или что вообще надо сделать, чтобы не сдохнуть? В обычке нет. Войд, потей. А в геле как ставить, чтобы... Ну вот он не сдох. И чтобы синдру нормально так это поймать. Войд дамажит. А, вот ШП? Да, это ШП. Только у нас... 3 хила и так. А ты хватает времени, если на тебя глыба не повесилась, она не вешается на танка. Тебе хватает времени после последней глыбы. У меня, короче, стаки просто скинули сами себе. Сейчас подтяжка будет. Бегайте. Ну, ключ прожму, ладно. Так. Бля, освобожденка хапала. А, это не нахапала. Так, ДК, по 5 стаков копим с тобой этой энергии. Да, и да, меняемся. Вы так просили, что я стаки освобожденки проебал 10, накопил, пришлось бабу лжать, блядь. Убежали. Так, даем кого там рамиса. Здорово. Опа, вводит метку в носит ответственный момент. Легендарный, я бы сказал. Риски не стойте? Так а что, 10? Уходим. О, креативная, кстати, глыба. Ой-ой-ой. Все. Креативная глыба тогда смайлик делает. Левый стоп ДПС, правый тоже стоп ДПС. Могу бурить. А ХПС? ХПС поддерживаю на обманной остановке, ваха. Так, все. Друзья, нет, сори. А давайте. Ну, я сейчас не шутил. А кто шутил, блядь? Нет друзей, нет врагов. Только в рейде, пара ботов. А что, Равист в коте? Или да. Мне кажется? Ну да, чтобы не срывать. Да он бы не сорвал. Попросил тупо на манекен залезть на роги. Он может говорит, быть. Я 3 дня из клаки не вылезал. Я говорю, багеш, как кнопки жмешь. Он дал 11 метка... тысяч и выключился. Влево сносите, влево сносите. Ладно. Отошли. Метку разбейте. Все, дальше ДПС. Дайте Геру. Че по стакам? 4 стака. А, все, просто бьем? Да-да-да. А сейчас притяжка будет. За метку забежали? 5 стаков, можешь меняться. Меняемся, меняемся, давай скорее. Я ключ дал. Да, 2 секунды. Это байт. Опа. Кто полетел? Минус череп. Метка. Так, давай-ка. Прожмись. Не знаю, куда и. Дал. Че, забрал? Да, а да, да. Че с метками там делаете? Ты прибежал в рейд. Слепой, наверное, да. Так, разбиваем глыбы. Блять, 10 стаков. Сука, я не забирался. Где глыба? Ой-ой-ой, я умер. Бич, понял. Я не забрал свою стаки, нихера, блядь. Инстабр, я понял. Это было отметки отошли. Блять, отметки отошли. А где метка? А вот она.
Да. От некромантика отошли все? Ой-ой-ой. Сейчас, стойте, 2 секунды, 2 секунды, я этот сброшу. Все, это, давай ДК меняем, сейчас я пойду. Ой-ой-ой. Я сдал, давай. Ой-ой-ой. А, я еще. Это ДК, ладно, нормально, забираем. Ой-ой-ой. Погнали. Хорош. У меня там 9 стаков было. Даже запы не упали крутые. Бля, это просто. Освобожденка кончена, это просто пиздец. Нет, на тебя не вешается не освобожденка, на тебя вешаются стаки обморожения. То есть чем сейчас ты больше бьешь синдру, тем ты это самое. А кто у нас дисплейнт? А, Жужик, я понял. Я про хпала говорю. А, да, стоп, хпал. А, хпал можешь подисплейнить. Нет, хпал пусть будет на этом, на танках. Ой, ой, а ой, с нами? Да. Кстати, киньте моего хпала в гильдию. Чё? Оставляю заявку. Это вот Синтек, он же ходил за мифика персонажа в рейд? Да, вроде. Целка 25. А как вот ЕП начислялось? Седжу или мифику? А я не помню. Седжу. Какому Седжу? 50к. Кто такой Седжу? По-моему, мифику. Кто такой ваш этот Седжу, блядь? Ой, блядь, Синтек! Блядь, сорян, Синтек ходил за мифика. Бомж такой. Да, я не помню, уточни, в какой рейд, надо все смотреть. Да вот в недавний. Целка 25, оп, он ходил, ты еще сказал, типа, осколки этому. Позавчера. Сейчас гляну. Так. Хорош. Случайно. Сильно, блин, сильно. Случайно вылетело, мужики, извиняюсь. Потянул на кик из гильдии. Сильно зрение, пожалуй. Название в рейды больше не брать. Я... Ну какой ценой? Там на ханта он получал. Да я случайно, это, блядь, не специально, блядь, начинаете уже. Да я тебя булю, тише. А так вот, если, допустим, за моего персонажа кто-нибудь ходит, ЕП можно будет начислять тому человеку, который на нем идет? Если за твоего персонажа кто-нибудь сходит, то ЕП... Обратно ты его вряд ли получишь. Я тебе сделаю, тебя не черный. То кому ЕП надо? Получит твой персонаж. То нет. ЕП тому, кто идет на моем персонаже. Опускайте босса! Ты не принял, блядь, готовность. Не, ну если какая-то необходимость есть в этом, я не знаю, там надо смотреть. Ну а чё, ты хочешь уехать куда-то или чё? Так, нет, смотри. Нет, просто вот ТЛК 25 герц ставится именно тогда, когда у меня смены. А чтобы пойти в ЗС ОКО, нужны проходки. А чё, тупик, конечно. Я запускаю. Да-да, ДК, ДК, встань на мое место, вот видишь, где я стою. Встань сюда. Репичип, ты МТ, да? Да, у меня как больше. Ну, это надо спрашивать у локов, которые могут... Сделаем. Ну, вот я с Притоном разговаривал, он говорит, типа, вот на следующем КД, если у меня не получится, типа, он за моего сходит. Да, можно, в принципе, если его... Теша, зачем ты Кэрити призвал, объясни мне, пожалуйста. Так, кого? Так, тихо, кто на диспелах посидит? Я, Жужелик, диспель, умеешь, чем умеет я еще? А, ну все, все, давай, хорошо. Все тогда, Мейзикин диспелит. Так, сейчас что получается будем делать? Потому что Кэрити сидит с какими-то со своими челами, там, полтора землекопа сядут в гильдии. Полтора землекопа. Так он же у нас вроде. Ну теперь да, а до этого где-то там в мусорке валялся. Элизандр, умеешь, знаешь, что делать, да, тут? Ну, пиздуков здесь танчится. Смотри, этих шаркарей, шаркари выходят, и сразу под себя их. И хуяришь в голове. Ебать, успел так. Фласку прожать в последний. Давай так сделаем. Так, на полдаки в 5, слишком далеко. Сейчас я его сап подведу, наверное. Так, ладно. Еще сильнее подъем его стал. Все отлично. Встаньте в спину босса. Понял, как ты кричишь на трэш. Шаркарей. Чумба. Вот так. Чума, готовимся. Вот чума на Жужлике. Жужлик, убеги в это, к Элизадре. Диспел, понял. Жужлик, когда у тебя на тебе мельтящая чума, то ты должен убежать к шаркающему ужасу. Да, и стеди диспелят. Вот чё? По всему рейду пошли. Вы на приколе? Ладно, падаем. Хули нам еще делать. Все, не хиль. Стоп хил. Я так сделаю даже. Да. Просто, ну, шаман, какой вы хуй вы стоите.
Yes. Шаман не диспелит. Смотри, шаман, ты... Этот, кто-то мне писал, что пацана надо в гильдию шамана. Oh, вот смотри. Ой, господи, это анреально, еще раз говорю, я все знаю. Это ты? Прекрасно понимаю. Ну, смотри, смотри, основная фишка в том, что чума, она шотает через 5 секунд. Я знаю, что она шотает, но если люди стоят, то хера толку ее диспелить. В смысле? Смотри, я тебе объясняю. Вот если ты не диспелишь, то человек умирает. Если ты диспелишь, она уходит либо на соседнего, либо на моба, который вот стоит под жопой. Как вы бьете? У вас офф-танк стоит, репичи, правильно? Ну, пока что МТ. Ну, сейчас один танк или два? Два. Эльдоны у нас на шелькалях, я на этих. Ну вот, значит, поставь на него квадрат. Или поставь квадрат 3D-метку, чтобы туда выносили чуму. Если челики ее не выносят, ты все равно должен сдиспелить. Ну, то, что они стоят, это... Майку сагрилем, ты можешь просто их пидорами назвать. А, ну, ты просто привел к вайпу рейда, вот конкретно ты. Вот, если бы ты диспелил, то ты бы мог крикнуть, ну, сказать, пидоры, выносите чуму, и все, и как-то бы пошло дело. А ты просто его вайпнул. То есть кого, диставай. Че, парня, может просто, ну, помрете там? Да кахули помрете, нахуй. Ну, тот, кто сагрил. Я тивальку, все, заебете. Тот, кто сагрил, просто пидор, блядь, вот и все. Быстренько вальку забьем и. Ну да, спасибо. Спасибо, хорошего мнения. Я. Не, да я просто спросил уже. Я ж много не говорю, что ты пидор. Гоша, выдыхай. Выносит человек, выносит все равно. Надо диспелить все равно. Просто, видишь, можно было добить, крикнуть им в диссе, вы пидоры, выносите чуму нахуй. И все нахуй. А так, если серьезно, я посоветовал тебе как офф-танком, а этому ДК-снику мейном быть. Смотри, я просто боюсь, что если ДК будет мейн-танком, то его с этого одного жнеца просто рубнет по голове. Да вас обоих разъебет, нахуй, жнеличи тот ебать. Ну да, он там лупит и так, и так. Танка. Ну ладно, то пусть ДК тас. Нет, нормально, пойдем. Да ладно, пусть ДК стоит мейном, это в него буду вмешательство пока давать. Тогда Рейс может в сову прыгнуть. Да, не надо, там будет просто жесткий сальфаграм. Тогда-то Седжу можешь под каждый каст этого жнеца... На месте бегает. Жнеца душ давать на пул в ДК. Мы не убьем Вальку, она хилится больше. Ладно, чем мы ее убьем. Похуй, вздыхаем в пизду. Вздыхайте. Ну. Что вы хотите от меня? Чтобы ты под каждый жнец душ на лече давал в Элизандру это вот на пул. Вот и все. Под каждого потому духа я не смогу давать. Да ну, не под постараться духа. Хотя бы. Не под духа. Жнец душ. Жнец душ. Жнец там каждые 30 секунд. Просто по КД на пулю, и все. Ну, я и так по КД на пулю. Ну, в эти, конечно, желательно сильнее прям напулить. Потому что я буду у него давать вмешательство, там у него гроб понизится еще. Ебать, я вообще не знаю, нахуй. Собрались ЦЛК, десятку, которая должна с закрытыми глазами проходиться. И на ней вайпаетесь, как какие-то вообще бичи, блядь. Просто элементарной хуйни какой-то кто-то не выполняет, вот и все. Ну, убейте, сделайте нормально, вот каждый нахуй. Вот давайте, сейчас я трай посмотрю, нахуй. Если, ну, я скажу, кто косячит. Да этот трай уже сказал, блядь. Можно было не падать. Надо было просто диспелить. А где Жужик? Жужик? Он на месте бегал, видимо, его выкинул на себя. Я в диссе не вижу его. Нахуй. Из жизни. Ну, поэтому. Его и не было. Тоже... Нет, он был же. Вон, бича да, бери, был. Бича бери, хапалю. Он написал в рейде story. Ну это типа он story. За то, что он не вынес этот, как его называется, за то, что он... Что, за то, жужлика что... брали? Жужлик минус. Грустный, ебать. Минус ачивка, минус лич, минус признание. Ну может у него был лич. Минус бич, завершающий рифму. Отлично. Что-то ты вот эти с этими рифмами, поговорками, я что-то... Он вообще... да, он продолжает. Какие-то конченые поговорки. Заебанные поговорки, ты чё, бля, не шаришь? Просто... Это ты за рифмы не шаришь. Так, там в рифме... Войт, тебе надо загуглить, что такое рифма. Там Войт, слушай, у бича глаза велики. С этим опытом из гугла писать шутки. Так и всё. Так он же переделал так просто это... обычные поговорки. Так можно переделать в рифму, чтобы было прикольно. Нахуя в рифму? Мне что делать больше нехуй, блядь. Ну, там не то, что в рифму... Это же не стихи.
Почему? Смотри, у бича глаза. Там, там они не все в тему. Типа там из 100 штук, которые написал. Некоторые прям вообще фейспалм прям. Да, блять, ну а хули ты думаешь, из шлака надо, вот надо выбирать? Начались. Так надо было дальше. Самые бестовые закинуть. Ну так ну, я все написал, мне плохо. Тебе реально заняться нечем на каникулах. Для тебя идея, короче, смотри, для тебя идея. Перепиши под лад мартышка и очки, назови бичи и лич. Да не, блядь, заебал, мозг напрягать еще. А, кстати, Слава, я что хотел спросить, вот ты сам вообще вот эти фразы придумал? Я вас за ручку лично не положу, или ты от кого-то это услышал? Ну сам, бля, хули там придумывать, блядь, если оно так и есть. Да не, ну просто, типа, большинство РЛов, они типа это, как бы они по одному шаблону. Вот даже вот ты тоже раскидывал там с этого, на умерсе вот этот вот тип, который рылит. Ну вот, ну чисто такой вот, блядь, там, пизденок сидит 14 лет, блядь, который, блядь, там, я не знаю, возомнила себе хуй пойми кого. Вот, и это дежурные фразы выдавал. Поехали, господа, чё спим? Не, вот это по факту фраза. Мадам, метки раскинь, пожалуйста. А не я, это этот, босс, Седжу босс. Ну какой-нибудь дурень, раскиньте метки. Дурень, вообще. Ну ты не говори, что куда водить, я буду водить. Смотри, получается, этот, ДК, смотри, вот тут. Нет, слишком близко. Поставь ближе к этой. Хотя, на, похуй, ладно. Нормально. Вот сюда поставь еще одну метку. Вот сюда одну метку поставь еще. Где вот я прыгаю? А где прыгаешь, я тебя не вижу. Вот, видишь, я, вот видишь, прыгаю, мы с ДКшником. Все, смотри, ДК. Ты, получается, ставил эту метку, лича поймал, развернул спиной к рейду. То есть у тебя лич смотрит от... Ну, получается, лич смотрит на Тириона. Все. И там танкуешь его. Дальше будем смотреть. Дальше я тебе скажу, куда водить его. Начинай, Сидж. Давай, запускайте. Алло. Сидж. Я еще такая кислая, стоп, пожалуйста, врань. Да, запускай, запускай, все, запускаем, погнали. Что делать? А, бьют, да. Стоять, подержи ключа. А, нет, надо на некромантику кинуть, он сейчас все собьет меня. Как я понял, МТ тут ДК, да. Бар ОТ. Да, да, да. Только сразу говорю, там, если выйдет Шаркарь с этим, можно масс эти какие-нибудь скиллы перестать делать, хотя бы на секунду две. Седжу. Мастерую Рависта. Седжу, давайте. Нет, нам нужно на пулы, нам нужно прям жестко агро, потому что я буду в него... Так он сейчас да, в коте. Не, слушай, Ром, так Атем, я буду вмешательство резать на Жнеце Душ, и там просто каждый раз агро буду покидывать. Покидать агро ДК будет, не знаю, там, если сорвут, там, пиздец. Поэтому пока лучше пусть скорее акула. Скорее, сорвет, нежели я. Да ладно. Войд не сорвет. Хотя, Войд... Да блин, там Войд не с некромантикой, это просто... Ну, это видишь, как там... Хотя... А, почти... Мультика, у которого физдамаг это процентов 30-25, ну... Ставь его метку, да. Так, сражение, все. Ставь его ближе метку, ставь ближе метку его. Правее поставь. Правее. Правее. Нет, нет, ты сам встань метку, подведи лича в метку. И все. Ну давай так сделал, все. Я вот так встал к дыре. Ну все, он его уже поставил нормально. Да, все пойдет. Да это я туда встану. О, Шаркаль. Летящая чума, смотрим на ком. На мне. Спайли софта этого. Себе ты не на первом спайли. Репровист, что? Как Равист умер? Тайна. Эй, говори. А можно с меня... А, ты ж ДК, ты хуй снимешь с меня. Вот почему платвора стоят так. Инфасун. Так пусть уже да. Даже если захотел бы после двух хромопол, не сразу бы это дает. Кажется, ты рано не зыбку дал, очень сильно рано. Мы в три хила. Да, это прям слишком рано. Все, все на этот налет убежали? Налет убежали. А смотри, ДК, ДК, сейчас отбегай от рейда подальше, получается. И гневного духа отворачивай от рейда.
повернется в рай, чихнет там, пизда всему. Авилон, не стоп. Так, я подойду немножко. Так, давайте. А пула нет пока. Да. Второго духа. Я понял, я его, блядь, вообще лучше бить не буду. Я говорю стоп. Нет, так просто это и автоатакой хуярь по нему и все. Алло, у меня уман есть. Да, блядь, ну, у меня автоатака. Есть, ну как бы, и ты умираешь так же, как и Равис, блядь. Ну. Нет, так я не умираю, я, блядь. Битл Смара, спасибо. Все, я бегу к тебе. Бежим к тебе. Давай, следующего хватанешь. А. Следующего хватай. Давай, следующий я схвачу сам. Сфера, разбей. Сфера близко, сферу разбейте, бляха, сферу. Сейчас улетим нахер. Сфера, разбейте, сфера, разбейте, сфера, разбейте. Нас кто-то ебнулся. Анчи, в середину ставь его. Понял. Сферы разбейте. Куда не того персонажа заходил, да? На Бона мага. Все, падайте. Почему Рабис вначале умер? Я не понимаю, что за хуйня? Почему сферы не бьют? Король ищет так ближе боя. Сферы вообще как будто, блядь, не били в конце. Они просто летели. А их никто и не бил. Только что будто, блядь, чихнули реально на духи и все. Все, умирайте там все. Боже, тебе надо было старкарей подводить к духам. Тогда бы к левым забирали их. Не надо шаркарей к духам подводить. Чума. А, на шаркарях чума, шаркари умрут, чума на мне, мне придет, прикинь, придется убегать. А чему будете диспель до конца времен? Он реально. Вот о, не он реально. Кто там из двух хилов Мейзин, что там Зирас какой-то. У вас есть спеки дамагеров? Нету. Желательно у обоих. А что такое? Ты хочешь соло захилить? Окей, okay, соло захилю. Давай на ДК зайду. И на двух персонажей КД вешать? Ну, победа. Да похуй, это десятка обычка, блядь. Вообще ну, насрать. Ну, заходи тогда. Войд, это, сферы подолбишь, ладно? Да я долбил, что-то потом хуй забил. Или завтра прожми масрец. Думал, кто-то побьет, вот об один некромантика. Нет, давай тогда ты побьешь с некромантика, сферы, короче. Или посвечитесь. Или порезай, плиз. Так чё, заходить мне надо ДК? Хочешь, если не жалко, КД заходи. Да, если ты не жалко, чё? Типа, все ничего у нас, сегодня у нас... Чё жалко-то? Ну а смотри, ладно, просто молчу. Похуй. О, я на хп дал. Переставь это метку сюда, вот сюда. Вилания, переставь метку сюда. Сколько он бьется? 10 минут? Ага, сейчас, секунд. Кто? Лич? Лич. Вилания, да. Дай себе китайский кулак. ДД, Мейзик, Мейзикен. В хила, я хила, 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 прыгай, прыгай, хила. Пиздец. Похуй на этот на холле паладин, в хила прыгай и погнали. Чё, стартуем? Все. Да, давай, запускай, пока там красава поест, успеет за минуту полторы. Отдайте, пожалуйста, каску под руду. А, все-таки каску тебе. У нас три балла. А, два. Лакин опять просто чуть-чуть печально. А, так это хэпалю надо, чтобы давал. Хэпалю? Все, раздал. ДК понял, ставишь лича в крест и разворачиваешь спиной. Я поставил тебе каску. Крайдо. Никто за вас не дал каску, потому что 8% повесилось. И на ману еще дать ему. Благодарю. А, там нету маны. Эти упал нет. А, Закханыч. У нас сейчас... есть этот, как его, с тотемом. Что такое? ДК с гранью, хорош. Войт ласку юзнул. Пока, Вилания с гранью тоже, да? Вилания с гранью. Не, я уже осколки фармлю, брат. Да, хорош. Я посмотрю. Блядь, я не успел припод. Давай, давай. Ставь, ставь. Все, нормально, разворачиваю его. Хорош. Да. Близко, сильно к нему не подходим. То он назад катается. Короче, если чуть-чуть подстопать. Давай, нормально, я на это... Вон. Так, заражение. Чума. Чуму на ком? Хапалю. Все, зато.
понимаю, эти ДКшники. Не смирись, там, где стреляешься с ДКшниками, не рассыпаться полезно. Стандартный класс в кашниках. Возражение. Все, убежали, убежали все. Так, чуму нет, да, никому? Все хорошо. Чума, Элизабля. Элизабля, беги ко мне. А, на ком там? На ком-то чума. Так, интересно. Вой, ты побежишь в сферы. О, Гронер. Некромантика с Войдомом, это периодически свечите сферы. Нормально, некромантика с Войдомом, бью сферы. Вот сейчас с Агром что-то не то, аккуратно. Ровись, ты сейчас срывешь. Потом аккуратнее, пожалуйста. А на шарке вообще ничего чумы нету? Он да вообще потому не что не те, кто срывает игру, вы следите за напулами моими. Нет, вроде должна быть. Он, нет, он вообще не умирает. Ну вот, сейчас следите есть за напулами. Побейте шарку еще, побейте, пожалуйста. Я убил шарк, не решил. Ходу реально нет, была. Пойдем. Все, уходим. Давай, гневно, заберу на себя. Бля, да не поворачивайся вы так жестко. Только еще залейте, пожалуйста, быстренько. Вы за Валькирии. Так, Валькирию быстро ебнули по голове. Замедлить там, не знаю, какого дайте мне. Все хорош. Я Валя. Дам, если что, но мы ее зальем. Только еще быстренько залейте. Осквернения разбежались. Жнец. Некромантику, побежали, все отлично. Все хорошо. Играем, дальше влечем. Вальтируем. Заражение прохиливаем. Заражение, это не осквернение. Сейчас вальком, сейчас я вальки стан дам. Оскорение 5 секунд. Разбирайся. Меня Валька схватил. Некромантика опять. Я сейчас полечу в оскорнение. Стандал, стандал. Нет, я тебе стандал тоже. Нормально, давай. Продолжаю, подливаю стан. Спину встали снова. Бьем мяча. Сколько там, на 40 секунд? На 40, кажется? Сколько? Дал на пол. Отводи его, сюда. Кресту отводи его. ДК, отводи кресту его. Кресту, крест в другой стороне. А, прожмите там, не знаю, массакру, прожмите. Я вот гимн ХП, дай. Гимн ХП. Я выжил. Хорош. Уже победа. Дух на мне. ДК, иди ко мне. Аккуратно, вот сюда. Добейся. Давай, аккуратненько. Не, ДК вот сюда. Так, прохильте. Далеко не встаем, далеко. Все. Далеко не вставайте. Шаман, уйди. Опять дух на мне. Дух. Класс. Духа забери. А, у меня это, Сава. Духа сейчас заберите. Сава. Червиста не уронили. Так, сейчас попробуем что-нибудь сделать. Сейчас подождем. Равис, дай БР Вайда. БР Вайда, дай. Я в центре, потом ресните. Хорошо, тогда да, поступили фазы. Сферы бейте. Я убил бы. Некромантика, разбивай сферы. Да, некромантика на фул. Сейчас это ДК, переходная фаза. Сейчас побежишь, хватаешь Ильича, ставишь его на центр. Я хватаю... Нет, этих... не на центр, нет, а на краю его ждешь. Бегать, как что там, на краю-то? Сферу. Гневного залейте. Гневного залейте. Захил Мизикина. Да, пиздец, нахуй. Кринж. Гневного залейте. Мизикин, ты должен захилить этого челика в комнате. Так, убегаем. Глыби убегай. ДК. Хули ты спиной Авелани, бежишь? Бежишь? Да. Авелани, отклонения. Разбежались. На ком там сквернение? Я хотел сказать. ДК, веди глыби, веди его сюда, как глыби. ДК, глыба где? Бать мой хуй. Да уже похуй, уже духи спускаются, хочу уйти. Авелания, бабл, прожми, похлопай духов. Я уже крылья прожал. Ладно, похуй, я сам это прожму. Я говорил, блядь, Авелания, но так и не сказал, что хочешь. Захильте бы это, Варом. Беги обратно. Беги обратно сюда, беги ко мне, на портал, видишь? Осквернение, разбежайся с одной стороны. На шамане, походу. На седжу. Все, так, давай сюда его.
Жнец. А не задрю. Так, так. Ахпалю, бабл, прожми по особому. Нет, духу. У меня бабл. Я отдавал на себя. Ладно, давай ключик дам. Захильте это Липичева. Я захильте Липичева срочно. Так, Захарныч, захильте. Я флешка хильнул. Еще одного. Веди его обратно, веди глыбе обратно, к трону. И осквернение разбежались. Осквернение на ком там у нас, все. Так, аккуратненько, не полуженный беги, полуженный прибеги. К трону, веди ближе, к трону, ближе его, к трону. Так, ладно, я даже не знаю, что мне сейчас дать надо. ЧВ, блять. ЧВ сдавало, 55 секунд. Ладно, дам сейчас этот. Ластенд. Забери, ластенд я сда... нажму. Нормально, ластенд сдаю. Только всех сразу не хлопаю. Прохильте, вара. Осквернение, разбежались. Блять. Так. С ударной волной их можешь станить, чтобы они не долетели. Томасио, мизикин. Ничего, вайп. Давай, обратно, обратно, беги. Иди их обратно. Все нормально. Паравис бежал на первый, чтобы бернуть Вайда, да? Тело такое бежит, я думаю, что бич какой-то нахуй. Прям на шар бежит, ебать похуй. Прям. Я тоже вообще зарос в тот момент. Он еще так это улетел, у меня в голове такой этот... Я предлагаю... Да, я предлагаю давать это еще ЕП за это бич. КД. КГП. Тут на ГБ питание. Ой, твой. Знаешь, самое смешное? У меня сфера слилась, это как с землей, блядь. С этой голубенькой землей, нахуй. Ага. Жёстко вообще. Да хули, вот что значит в 4 часа ночи играть, блядь. Да блин, нормально всё. Мне кажется, они же сделали, что можно формить теперь БР и юзать друидом. Хапалю, как... В 4-4. Как дела, Хапалю? Хули ты меня, блядь, на второй переходке хилить перестал, блядь? Я был на другом конце. Он же кричал в кресло куда. Так я в кресло побежал, блядь. Вы побежали в кресло, я побежал на другую сторону, потому что он вначале кричал крест, потом сказал, ай, ладно, бегите уже так. Я такой, ладно, хер разница. Я сказал, к кресту бежать. Куда вы бежите, к кресту бежите. Ну, а потом сказал уже, похер, хоть куда бежите. Я специально загрязал. Ты меня уронил, блядь, бич. Ну, я тебя уронил, я знаю. Я до тебя чуть-чуть не добежал, мне там чуть-чуть не хватило. Все, ГП ему. Давайте помолимся на палец у Минитила. Давайте на палец у Минитила помолимся. На самом деле, я же купил, надо было просто бабл нажать и через лича бежать к вам. Лучше не куплюсь на этот целый. А я почему-то забыл, что я не паладин и засейвился. Вот специально пойду с пугами, целка 10 обычку. И закрою на плюс на фул его, блядь, нормально. И скинул это. Крайне хватило. Ну, мазохист, поздравляю. Блять, хуйня, короче, выпала. Чего, аркус прикольный. Хотя... Мне кажется, это можно ДК, в принципе, взять. ДК, можешь себе этот ветвь на разосил взять его. Какой посох аркус? ДК, блядь, говно, блядь. А, это не аркус, выражение. Это посох. Не его. Это я дрифтовал. Не посохи нет. Это что, ДК-то сказать, посохи не умеют? Это Рависту подарите. О, понятно, слабый, короче, ДК, я так и знал. Я подарил бы Рависту. Начально. Да, да, ну там смог. Ебать, лут параша максимальная, блядь. Согласен, блядь, пиздили 2, пиздили 4 часа, блин, босс. Ну какая тут, еще какой-то лут хочешь с 10-го? Палец Аминитила, хорошая шмотка, вот ДКшнику палец Аминитила можно.